все каноны мусульманской религии были соблюдены. Вот территория мужского отеля. Ну вот мы посетили амфитеатр, где проходят всякие мероприятия. Ну вот, друзья, мы пришли в место, где происходит молитва. Друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции, тем более, когда нужно выбрать, где же отдыхать. Я нахожусь сейчас прямо возле входа в отель Warm Deluxe. Это отель очень редкий тем, что здесь концепция мусульманских устоев соблюдается более чем других, скажем так, отелей. Что я знаю? Я знаю то, что раздельно купаются мужчины и женщины, и нет алкоголя. Остальное вместе с вами посмотрим. Я договорился здесь встретиться с друзьями, так что пойдем. Иншаллах, все будет хорошо. Заходим. Привет, 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 привет. Рука чистая, да, чисто. Все, так, это салават сейчас тоже буду. Короче говоря, это спиртовое, да, насколько я понимаю, спиртом об. Назар, отель, концепт мусульманского направления, так скажем, да. Но нет никакой разницы, мусульманин, не мусульманин, приезжает любой, просто нет алкоголя. И девушки, мужчины, как бы отдыхают, например, кушают в номере вместе, а уже хамам, бассейн, пляж отдельно. Вот мои первые шаги в этом замечательном отеле. Сейчас буду вам все подробно показывать. Сейчас скажу, что я договорился здесь о встрече. Зовут его Алик. Он директор и хозяин компании, которая является оператором туристическим принимающей страны. Правильно говорю? Совершенно верно. Принимающая операторская компания Миал Фетур. Да. Друзья, я с огромным удовольствием хотел поприветствовать вас в этом замечательном лобби. Очень большое, новый пятизвездочный отель. И здесь есть своя изюминка. Как вы знаете, на Аланийском побережье, Анталийском в том числе, вот, очень много разных отелей со своим уклоном. Этот отель со своим уклоном мусульманским. Что имеется в виду? Что здесь отдых так иначе построен таким образом, чтобы семейные ценности и все каноны мусульманской религии были соблюдены, насколько это возможно, на отдыхе. А вот возможно. И вот сейчас я попрошу Алика прокомментировать, как здесь все происходит, и дать свою профессиональную экспертную оценку, вот, кому здесь будет комфортно отдыхать. Узнаем про цены, узнаем, какие номера. Короче говоря, все узнаем. Добрый день, друзья! Рады приветствовать Назара в этой замечательной гостинице. Да, это концептуальная гостиница, гостиница пятизвездочная, работающая по концепту, по мусульманскому концепту. То есть, что имеется в виду? Здесь имеется весь набор услуг и сервиса по обслуживанию во всех пятизвездочных прибрежных гостиницах, тот же самый набор, за исключением категорически нет алкоголя, категорически на территории этой гостиницы нет алкоголя, даже ввозить с собой тоже категорически запрещается. Плюс по мусульманским канонам, традициям разделены бассейны на мужскую, общую и отдельно женскую часть, куда могут попасть только женщины и дети, мальчики до определенного возраста. На пляже есть специально отведенные, разделенные места для женщин, для семей и для мужчин отдельно. Есть общие места пользования. Это самая отличительная черта. Все остальное в этой гостинице, еда, напитки. Вот, кстати, еда. Вот смотрю, вот. Давайте посмотрим. Это все стандартное. Обратите внимание, социальная дистанция. Стандартный турецкий набор, большой выбор сладостей, большой выбор напитков, свежевыжатых напитков, свежих фруктов, овощей. Дальнейший наш просмотр, у нас будет возможность ознакомиться со всем этим. Также Назар сегодня покажет вам номера в этой гостинице. Мы покажем стандартный номер для маленькой семьи, большие номера для более большой семьи, то есть для семей, где много детей, но нужно расселиться так, чтобы все были под контролем, под присмотром родителей, поэтому просим следить, просим наблюдать, просим любить и жаловать. Учитываются на сегодняшний день, конечно же, все стандарты
в связи с коронавирусом, и эта гостиница в том числе выполняет все условия, обязательные условия. Гостиница получила сертификат, без которого сейчас ни одна гостиница в Турции не может принимать гостей и работать. Но, как вы видите, в гостинице есть уже отдыхающие, туристы, гости приезжают. Вас с вашими семьями мы ждем. Также готовы обслужить, готовы предоставить свои услуги, разместить. И будем рады видеть вас здесь, чтобы вы получили массу положительных эмоций, приготовились к зиме, приготовились к рабочему периоду. Приезжайте, обращайтесь к Назару, рады будем помочь вам. Друзья, сейчас вам покажу один из номеров этого замечательного отеля Home Deluxe. Правильно? Вом Делюкс. По концепции Хиляль. Да. Ну, рассказывайте, пожалуйста, что здесь мы имеем. В данный момент мы находимся в семейной комнате. Значит, при входе в комнату имеется такая односпальная кровать полноценная. Вот, да. И для второго ребенка есть вот такая раскладная кровать. Диван-раскладушка, она раскладывается, приносят заранее, готовят дополнительную постель, постельные принадлежности. Если в случае при заезде эта кроватка не подготовлена, то не нужно паниковать, просто надо на ресепшн сказать, чтобы приготовили кроватку для второго ребенка. Дальше ванная со всеми необходимыми принадлежностями. Да, миленько. Вом Делюкс, вижу, полотенечко брендированное, все. Так, что у нас здесь? Интересно, есть тут сейф? Вот и сейф. Да, а как же, сейф есть. Миллионы-то куда прятать? Ага. Так, все есть. А, вот интересный нюанс. Да, вот давайте обратим внимание. Коврик для молитвы и Коран, насколько я понимаю. Да, Коран, ага. Тапочки. Ага. Окей. Фэн. Окей. Так, и здесь мы оказываемся в очень уютной комнате. Комната для родителей. Двуспальная кровать, мини-бар имеется, мини-бар только с прохладительными напитками, не алкогольными. Категорически алкогольных напитков нету. О, как заморозило. Да, вот так выглядит. Ежедневно пополняется. Но так как бары работают, есть круглосуточно работающий бар, то много напитков и приносится. Вот хочу обратить внимание. Сразу будет понятно, кто в основном сюда едет. Видите, арабский язык здесь есть практически во всех и меню, и брошюрах. То есть мусульмане приезжают сюда из арабских стран тоже, а вот на русском языке нету. Вот обратил внимание. Так, что дальше у нас, Виталий? Дальше открывается великолепный... Ох, какой шикарный вид! На свой пляж гостиницы, на террасу, терраса выходящая из ресторана. Сейчас мы будем посещать, смотреть. И великолепный вид на Средиземное море, на свою небольшую лагуну этой гостиницы. Там тоже будет. Слышите, звук цикад. Олег, если я правильно понимаю, в той стране Инжикум пляж. Рядом, да? Совсем вот пляж Инжикум, да. А вот здесь, стороны. Если кто-то не видел, зайдите в описание канала, будет видео про пляжи Алани. И там пляж, с которого я начинал обзоры, это Инжикум. И по моему мнению, это самый шикарный пляж в этом регионе. Очень широкая прибрежная линия, фактически океаническая, мелкий песок. И сюда, что очень показательно, любят приезжать отдыхать турки. Вот. Так что это место по локации очень удобное. Очень точное замечание. Действительно, самое популярное среди местных турецких посетителей место по побережью. Самым нежным, шелковистым песком пляжем. И вот, кстати, посмотрите, здесь и на катерах, и на парашютах катаются люди. Да. Спасибо, Алекс, за экскурсию. Будем дальше ждать информации. Что нам еще покажешь? Кстати, сколько это стоит? Вот. Сколько это удовольствие стоит? Самое главное. В данный момент цена примерно стандартного номера начинается от 200 евро. В зависимости от различной категории и различного размещения цена меняется. Но есть такое но. В этой гостинице эти 200 евро в сутки входит
полное обслуживание по системе All Inclusive, по халяльному, по мусульманскому концепту. Двое детей, один ребенок до 11 лет, второй ребенок до 4 лет, они уже включены в эту стоимость. То есть вместе с двумя родителями двое детей учтены в этой цене, проживают бесплатно. Вот такое интересное предложение от этой гостиницы. Периодически бывают очень интересные скидки, предложения, акции, поэтому если будете, если будете на связи с Назаром, то мы будем делиться информацией по этим скидкам, по этим акциям. Алекс, спасибо большое за развернутый ответ. Такой вот вопрос. Скажи, пожалуйста, а в других отелях, в которых есть вот такая вот система халяльного приглашения мусульман в отель, какие еще бывают разновидности? Может быть, есть еще там моменты, когда там не разрешают там не расписанным парам находиться в одном номере? Может быть, еще какие-то ограничения? Да, Назар, совершенно верное замечание. Эти ограничения существуют во всех гостиницах, которые работают по мусульманскому концепту, по халяльному концепту. То есть при въезде в гостиницу обязательно нужно, чтобы семья, чтобы пара была семьей. Документов предоставлять не надо, при бронировании и так достаточно документов предоставляется. То есть понять, что это семейная пара или не семейная пара, углубляться никто не будет. Допустим, есть желающие, которые расписаны мулами. Пасунни, которые женаты. То есть в Турции есть два вида брачного союза. Да, и этого вполне достаточно. Да. То есть не обязательно регистрировать это. Не обязательно это официально. Это не дается документ. Это достаточно просто в мечети встать, три раза сказать, там есть определенный ритуал. Да, ритуал. Этого вполне достаточно. Вот я так понимаю, что достаточно на словах это сказать. Да, конечно. Это... конечно. Итак, гостиницы, здесь же работают профессионалы по психологии клиентов. Они четко понимают, где клиент соответствует этой гостинице, где не соответствует. 1-2 дня отдыха он уже о многом говорит. То есть те люди, которые, семья, которые едут именно, ищут эту концепцию, едут по этой концепции отдохнуть, они здесь себя будут чувствовать уютно, комфортно. А те, которым нужны другие развлечения, то, конечно, для них у нас очень много предложений в других гостиницах. Гостиницах с более обширным развлечением и со светскими развлечениями. Поэтому выбирайте. Друзья, будем дальше смотреть. Идем дальше вглубь отеля. Здесь есть две спальные комнаты. Одна это детская спальная комната для детей со своей отдельной ванной. Вот она, ванная. Да, все необходимое есть, как во всех пятизвездочных отелях. Телефон, чтобы по очень важному делу звонить. Вот. Здесь две спальни, телевизор вмонтирован, ну, очень мило. И большая спальная комната для родителей со своей отдельной ванной комнатой, с тем же самым набором услуг. И большая родительская комната спальня с выходом на террасу. О, шикарно, сидеть. Шикарно. Прям вечером вот... с этого номера можно наблюдать за вечерними шоу, которые в амфитеатре проводятся. О, кстати, да, вон там вот вижу, что есть столики и стульчики, где можно посидеть, когда будут проводиться шоу. Ага. Алик, ну а сколько это стоит? Такой номер сейчас стоит 650 евро в сутки, но 5 взрослых, либо 4 взрослых, 2 детей. Там разные конфигурации есть, то есть когда делишь количество, общее количество людей, которые могут в этом номере прописаться и жить на общую сумму, то получается примерно та же самая цифра, даже немножко выгоднее, чем стандартный номер. Да, стоит задуматься, не отдохнуть ли здесь. Очень симпатично, действительно. И что характерно, друзья, чувствуется, что свежие все материалы. Этому отелю буквально 3 года от силы. И все начиная от стен, заканчивая от мебели, все свеженькое. Угу. Вот мы сейчас отъезжаем от центрального блока, единственного в принципе, потому что здесь все состоит из одного блока. И поедем посмотрим территорию. Вот в таком электрокаре. Славной компании.
Bugün ana binası. Bütün çıkışlar burada oluyor. Выходы на территорию бассейнов, пляжей, развлечений с этой стороны. Hemen karşıda görmüş olduğunuz yerde Kır Kahvesi. İçecek içebiliyorsunuz buradan. Çay, kahve, kahvesi. С левой стороны кофейня. Вот там у нас, друзья. Турецкая кофе или другие прохладительные напитки заказывать. Такой бассейн, он для детей тоже. Здесь только мужчины, да, купаются? Здесь купаются только мужчины и дети старше определенного возраста, старше 6 лет. Мальчики только сюда с папами, только под присмотром взрослых. И в продолжении мужского бассейна дорога выводит на пирс только для мужчин. Туда тоже женщина. Вот этот пирс только для мужчин, да? Только для мужчин, категорически. Вот название отеля. А посмотрите, какой красивый вид вообще. Шикарно. Вот вон Энджикум. Да, локация просто вообще. А вон пирс, куда могут прийти в данном случае только мужчины, а есть еще такой отдельный женский. Но я вам его не могу показать, потому что туда пускают только женщин. А здесь у нас только мужчина. Вон. Салават. Показываем, как здесь все происходит. Вот он, мужской специальный такой пирс, где можно проводить свое время, глядя на этот пейзаж. Посмотрите на эту красоту. Это территория общего пользования, то есть желающие семьи могут совместно, мужчины и женщины, на этом пляже, этим пляжем пользоваться. Мужчины вместе с женщинами, со своими детьми, семьями могут здесь проводить. Хотя есть для женщин тоже закрыто отдельный пляж, отдельный пирс, отдельный бассейн. Ну вот мы посетили амфитеатр, где проходят всякие мероприятия увеселительного толка. Снимал я вон там вот номер буквально за этим амфитеатром, так что можно было его увидеть. Здесь концерт проходит какой-нибудь, например, а там можно кататься на горках и взрослым, и детям, и, что немаловажно, и мужчинам, и женщинам, потому что здесь есть и мужчины, и женщины на территории. Из-за того, что разрешено, вот это тоже такая нейтральная территория, скажем так. Ну что я могу сказать, очень уютная сцена. Здесь можно было бы находиться днем в разгар пекла, потому что здесь прохладно. Сейчас это, наверное, самое главное. Но во-вторых, она есть звук, акустика. Так что может быть здесь мероприятие проводить. Но это, друзья, детский городок. Примечательный он тем, что здесь детей можно оставить хоть на целый день, за ними будут присматривать. Одно из отличий от отелей Пости Михиляль, которые работают с мусульманским, скажем так, уклоном, здесь очень большое внимание уделяется семейному отдыху, семье и так далее. Поэтому здесь, что касается детского отдыха, то по мне так очень неплохо. Вот даже сейчас они могут, дети, например, быть под навесом, чтобы было не жарко, потому что на улице сейчас, ну, действительно жарко, за 30 градусов. Но здесь хоть ни одного ребенка я сейчас не встретил, но посмотрите, как все мило и уютно. Вон там вот аквапарк, здесь вот бассейн. Вон, по-моему, первый ребенок идет, да. Ну и здесь совместный парк. Вон, очень мило. Друзья, вот я нахожусь вот в этом отеле. Я не могу сейчас показывать там вход в женский бассейн, но он здесь есть, буквально через 10 метров. Это именно та часть святая святых, скажем так, что отличает от других отелей. Вот. По мусульманскому концепту Хиляль здесь вот только ходит женщина. Сейчас, может, даже покажу вам по секрету. Дайте покажу вам кусочек вот так вот.
вон, видите, а там вход в женскую часть. Не будем злоупотреблять, просто чтобы вы понимали, как это выглядит. И она огорожена специальной заградительной сетью, так что вы можете посмотреть, вот там вот, есть заграды, то есть ничего не видно. Даже вот эти вот ячейки, это для телефонов, чтобы никто не снимал, потому что съемки здесь запрещены. Едем вдоль женского пляжа, бассейна, видите, на протяжении всего бассейна огорожена территория. То есть нельзя увидеть, что там внутри происходит. Так и задумано. Ну, а сейчас мы подошли, наверное, к самому дорогому номеру. Но, оговорюсь, это не просто номер, это целая вилла из 4 комнат, комнаты для прислуги, прилегающая территория. Олег, мне не без тебя не разобраться, специалист. Это, расскажи, что это такое? Это VIP-вилла, VIP-вилла, для, отдельно для семей, для больших семей, в которой, как сказал Назад, там есть 4 отдельные спальные комнаты, комната для прислуги, есть гостиная большая, есть кухня, в которой гости могут ужинать, обедать, завтракать по системе а-ля карт, по спецобслуживанию. Сюда им на эту кухню привозят все. Здесь есть свой бассейн, открытый бассейн, есть свой небольшой пирс и пляж, частный пляж на этой территории. На территории этой виллы. Таких вилл в гостинице несколько, но это самое лучшее, потому что с прямым выходом к своему пляжу, к своему пирсу. То есть это, наверное, самая дорогая, да? Это самая дорогая. Ну, пример, давай предположим, сколько она может стоить? На сегодняшний день примерно эта вилла начинается где-то вот 2,5, в районе 2,5-3 тысячи евро в сутки на семью. Ну, естественно, 8-10 взрослых и еще куча деток могут одновременно так находиться. Если так раскинуть, то это не так дорого, ну, получится, да, если большая семья, большая группа едет, то в принципе получается та же цена, что и за стандартный номер. Тогда резонный вопрос, а есть ограничения не больше, там, например, там 10 человек? Есть ограничения не больше. В таких виллах с таким количеством спальных комнат не больше, например, 12 взрослых получается. 10 плюс 2, 10 плюс 4. Плюс 4 это плюс 2 детей до определенного, или плюс 4 до определенного возраста. Такие ограничения бывают. Это уже по необходимости, если будут такие желающие приехать в эту гостиницу с этим халяльным концептом, с мусульманским концептом, именно такие виллы будут предпочитать наши гости, знакомые, подписчики Назара, то, пожалуйста, обращайтесь, и мы будем все в точности, информацию все предоставлять. Вот, ну а здесь делают гюзлеме, это и из туристических соображений, и просто поесть, кто проголодался, пожалуйста. Ну вот, друзья, мы пришли место, где происходит молитва, есть прямо в этом отеле. Сейчас Салават будет готовиться и расскажет нам. Да, для мусульманина очень важно несколько вещей. Это чистое намерение, чтобы это была молитва сделана ради Всевышнего. Значит, это первое, самое важное, чтобы у него была чистая одежда. Это очень важно. То есть не от грязи, а именно от пыль пропомнить. Самая одежда пропомнить чистая. Потом и тело должно быть чистым, это тоже очень такой немаловажный момент. Что мы с чего начинаем? Это называется малое омовение. Мы его делаем перед молитвой, практически перед молитвами. Надо брать вот такое омовение с водой и потом идти молиться. Говорим во имя Всевышнего, это по-арабски бисмилля. И начинаем брать омовение. Это в Коране есть, омойте руки, омойте себя и спешите на молитву. Не идите, а спешите. Вот вы видите, как происходит подготовка к обряду молитвы. Салават сейчас за моей спиной моется, моет ноги, моет руки, полоскает свое лицо, полощет рот. И после этого будет идти вот сюда, вот уже делать непосредственно молитву. Иншаллах.
Ну что, сейчас мы пойдем посмотрим, что тут происходит. Известно нам то, что здесь каждый стол закреплен за какой-то семьей, и они на протяжении всего пребывания в этом отеле, на протяжении всего отдыха в этом, на этом столике прикреплены. И есть социальная дистанция, как и во всех отелях сейчас. Вон, вы видите, есть разграничение ближе, вот, чем вот это вот расстояние, нельзя подходить. Там стоит официант, и он накладывает уже блюдо под ваш заказ. Да, правильно говорю? Совершенно верно, да. За каждой семьей, за каждым номером, в зависимости от количества человек в номере, в семье, закрепляется столик, и этим столиком завтраки, обеды, ужин они пользуются до конца всего отдыха. Затем происходит полное дезинфицирование столов, стульев. Вот за моей спиной сейчас проходит как раз мужчина в национальном одеянии. Это дидаша, арабская одежда. В основном мусульмане ходят в такой. И вот сейчас мы пройдем дальше, будем смотреть, как же тут все. Извините, перебил. Да, здесь салон, где раздача происходит. Выбирают блюда, накладывают и дальше проходят на территорию ресторана. И каждый садится за свой столик. Кто-то, это один из официантов из Мирова. Хажодук. И вот тут буквально через какое-то время вот будет все усеяно людьми за каждый номер. Видите, ом и номер комнаты. Они здесь присаживаются и смотрят. Сейчас я вам покажу, как это может все выглядеть изнутри. Вот есть особенно приятные места с видом на море. Сидишь, кушаешь, смотришь на море. И очень все это приятно. Вот такой вот шикарный зал. Ну, а я хотел узнать, чем отличается все-таки этот отель от многих других. Вот, как мне кажется, когда происходят праздники, здесь должна быть какая-то своя специфика. Вот, например, знаю, что здесь нету свинины напрочь, нету алкоголя. Ну, а праздничные дни, чем они отличаются? В праздничные дни шведский стол преобладает блюдами национальной турецкой кухни из различных регионов Турции. Это юго-восточная, острая мясная пища с изобилием орехов, фисташек в самих блюдах. Это блюда Эгейского региона, либо Северного, Черноморского региона. Разукрашивают ресторан турецкими флагами, турецкими транспарантами различными, турецкой символикой. Шары развешивают, чтобы атмосфера праздника, домашнего уюта ощущалась везде, в первую очередь в ресторане. И гости, отдыхающие в этой гостинице, на празднике чувствуют себя как у себя дома. Так что, братья мусульмане, приезжайте. Вот такой вот он отель Ом Делюкс, который находится недалеко от Алани. Этот отель работает для всех, но особенно для мусульман по системе халяль. Ну, какое мое впечатление? Мое впечатление осталось то, что не нашел я такого большого различия, как я предполагал. Честно говоря, думал, что будет больше этих различий, думал, что будет какие-то большие ограничения, но их не было в моем представлении. Достаточно все лояльно. Какая разница от обычного отеля? Ну, во-первых, мужчины и женщины в разных местах купаются и плавают. Нету алкоголя, нету свинины, что естественно. Вот. На праздники дают специальные мусульманские блюда. Нельзя жить разнополым гостям, если соответствующим образом не оформлены их отношения, ну хотя бы устно. Ну, пожалуй, это все различия. Остальное, как и во всех отелях, хороший сервис, свежий отель, 3 года. Ну, осталось только поставить лайк, Turkish like. Да, не забудьте, проходите в описании к этому видео и узнайте гораздо больше информации. И, естественно, приезжайте в Турцию, в этот или другие отели. На сегодня все. Дин дон дэм, ассаляма, хэдо, гиле. Ну, наконец, просто чао, друзья. Пока.